Казимир с нами. Художников не удалось переделать на резиновый клей. Поэтому Казимир с нами. Создатели квазимира и квазивселенной. Черные квадраты. Квадратичная система мышления. Квантуй нас, не квантуй. Мы все равно будем квас пить. Сабантуй и прочие события реальной трансцендентной реальности. О, Вселенная, голос твой, как бред несущий и молоко сосущий, вечно молодой и вполне себе бестолковый. Веселый и добрый, и зримый воочию. Нас невозможно уничтожить. От нас нельзя избавиться. Не заметить нас не получится у вас. Мы... Это мы. Белоснежка и семь гномов — наши союзники. Рабочая колхозница у нас на даче в сарае. А злая ведьма — наш связной. Казимир, ты снова с нами. Сматываем параллельные медианы в один волшебный клубок и разматываем обратно по своему произволу и поэтическому вдохновению. Ой, ению, ению, гению! Супрематизм сердца и крови и прочих там всяких мышц и сочленений. Карнавал продолжается. Творение бытия растерто в мелкую муку и снова брошено в ступку с пестиком. Да, мы новые люди нового мира. Мы не едим пельмени. И кукуй, и кукареку. Новых созиданий и забытых, и стертых фраз, родившихся заново. У космоса есть вопросы, и мы готовы петь песни. Наши зубы остры. Наши пальцы цветут. О, аллилуйя, Нирвановна! Мы астрономы драные. Питаемся дранниками.
О, просыпайся, заря! Говори и пой! Не работай, не жни! Нежнее! Лети! Отменяем время и пространство к ядреной матери! Полные ведра космической мудрости выливаем в просторы немудреные, незамысловатые. И у звезд не просим прощения. Каждый мужчина и женщина — это звезда. Ищем новую оптику, чтобы увидеть их. Делай, что хочешь, вот закон. Насри на закон. И ничего не делай. Туалетной бумаги хватит на всех. Когда у вас запор? Открывай засов. Лети в небо. Шестикрылый друг. Экипаж падающей звезды чувствует себя нормально. Гравитация отключена. Пространство и время забыты и вычеркнуты из бортового журнала. Кофе. Полет проходит нормально. Кончился. Свет, свет, быстрее. Купертино, Купертино. Это Купертино, он жив. Он жив. Он жив. Я бы вас никогда не нашел, если бы не до безумия. Здравствуйте. Все просто. Да. Здравствуйте. Вам очень к лицу. Да. Я видел ваш красный шар и ваше безумие. Ваше безумие. Наше безумие светило издалека. Причем ты мне неправильно объяснил. Я говорю, я тебе правильно объясню. Я уже ухожу здесь с 15. Да. Я приехал сюда, вот на машине вышел, но по главной трибуне.